Украшать муралами стены городских зданий в Южно-Сахалинске приедут 38 художников. Основной наплыв творческих ремесленников ожидается в июле. Сейчас в арт-галерее «Художественная фабрика» состоялась встреча с куратором и первыми художниками паблик-арт проекта «Взгляды». Участники обсудили феномен уличного искусства, который встраивается в современную городскую среду. Сейчас в Южно-Сахалинске трудятся первые два художника. На фасаде здания Дворца детского творчества свою идею в стиле пластилиновый реализм воплощает Тимур Форк. Над созданием мурала на улице Емельянова, 15А, работает художник Анастасия Нан. Для нас это очень важно, чтобы этот проект не превращался только в расписывание стенок, потому что все-таки мы работаем в пространстве искусства, культуры, и здесь есть другие слои, это все-таки содержательная часть, и мы как раз в рамках параллельной программы рассказываем о том, для чего, почему и кем создаются эти работы. Организаторы проекта разрабатывают программу встреч художников с горожанами. В ближайшее время расписание появится на сайте. Там же можно ознакомиться с подробной информацией о программе «Взгляды», ее участниках и экспертном совете.